Необычный творческий челлендж. Сегодня предлагаю вам пофантазировать. Фишка в том, чтобы покрыть лицо двумя красками. Желательно, чтобы эти два цвета сочетались между собой, как голубой и оранжевый или зеленый и розовый. После этого прислонить лицо к листу и отобразить одной из сторон. После этого проделать то же самое с другим цветом. Суть задания заключается в том, что ты увидишь в этой абстракции. На этом листе тебе нужно изобразить то, что ты видишь. Это может быть портрет, животное, все что угодно. В моем случае это портрет с кривыми пропорциями. Не знаю, по мне так просто получилось прикольно. Вот такой результат. Подписывайся и ставь лайк.